вот она, Елена Родионова. Обратите внимание, в новом платье открывает произвольную программу среди женщин, отправляет ее напутственными словами на лед Инна Гончаренко, рядышком и наш знаменитый потрясающий хореограф Людмила Власова. Поехали. Каскад из тройного луца и тройного тулупа. Тройной флип. Еще один луч. Тройной Сальхов. Молодец, Лена. Два из трех каскада поставила во вторую часть программы. Концовки. Да, все с прыжковыми элементами. Это не идущий ко дну «Титаник», это лайнер вертикального взлета, сметающий все цели, попадающиеся ему на пути, что воздушные, что наземные.
Лучшее, на мой взгляд, выступление Елены Родионовой в нынешнем сезоне в произвольной программе. Лучшее выступление. Доказала, что все может. И платье поменять может. Платье а может поменять. Страшно очень. А лупцы какие были? Какие были хорошие элементы? Просто браво. Браво. Спасибо, Ленка, за огромное удовольствие, за твою волю. И как программа сейчас смотрелась, она вся наполненная, наполненная ей, наполненная. Каждым движением, каждым шагом, каждым полетом ее души. Молодцы, девочки! Пожалуй, можно начинать говорить, что тот период роста, который накрыл Лену в нынешнем сезоне, она преодолевает не просто достойно, а очень здорово. И справляется, справляется великолепно. Ох, а какая красавица! Вот тут не поспоришь. В этом платье, правда? Ей очень идет. Да. Это вам нравится? Да, да, да. Ей вот очень нравится. Розовое было попроще. Это очень изысканное. Очень изысканное платье. Молодцы, девочки! Все трое. Саша Успенский, поздравляем тебя! Ну а у Людмилы Осиной, это же потрясающие женщины. Чуть-чуть, да. Смотрите, одну сотку до 210 не добрала. И 140 тоже тот рубеж, который отличает фантастические прокаты от очень-очень-очень хороших. Чуть-чуть не покорился Леня. Но, тем не менее, 210 ну, или больше. Ну, там ножкой разок. Ну, разок. Тем не менее, там ну, вообще, все на плюс. Жаль, что он не покорился, потому жаль. Что она очень, очень наполненно каталась. Жаль, я тоже хотел, чтобы вот эти 140...